Итак. Здорово, ребят, всем продолжаем Super Robot Wars Voyage. Это у нас 33 глава вроде бы. К нам тут из космоса на Землю восьмой ангел обещает приземлиться скоро. Но тем же временем нужно разобраться с компанией, что пришло тут, так что погнали. Половинчик нету. Она уникальная в своем роде. И она провалилась с треском. Ну, как с треском? Провалилась просто. Вроде бы не с треском. Так, стоп. Да. Так, ну что ж, вперед. Ну, половинчик. Для нормальных людей, да, но большинству не понравилось. К сожалению. Ну, вперед. Да, конечно. まるで神経の攻撃だな。ある、ミリタリーパワーで戦闘起動。ラジャー、GPL ミリタリー、マスターモード2。あれを使うぞ。そう来ると思いました。 Красава. И да, все-таки я тут смотрел на правильное имя иероглифами написано у Соусуки. И так вот, все правильно. Соусуки, а не Соски. Как бы точнее будет и так, и так. О, пингвинчик. Опа, сейчас у нас Аска покажки. Раки зимой. Да. Или Соска, или Сусуке. И так правильно. О. Мне даже кое-кто подтверждает, хотя доверять этому, конечно. Но тем не менее. Давай, мочи. Покер. Да нет. Всего лишь 50 с копейками глав, и все. Сейчас 33 глава и где-то 70 час игры. Нормально. Ох, красава.
Хильда. Ну, давай, мочи. Black Health из Brave Express Corps. Половинчик, да вообще по кросс-энджу очень мало таких вещей. Я поискал и что-то как-то, да, все там плачевно. Очень печально, конечно. Знаю, Плавинчик. Как бы я искал аты для заглушек хорошие, и с ними тоже беда. Даже непонятно почему, офигенная же хрень. Вот по всякому говну, которого сейчас выходит, там куча вагонов всякого разного говна такого. Это вообще непонятно кому нужен. Вот. Из этого недавнего, как его там. Забыл, как называется эта хрень. Контратака. Болеем почти. Пару хп нет. Мало, да нет. А, их вообще там много, ты, наверное, не там ищешь. О, топ-ган. Трофей получил. О, Great Ace бонус. Круто. Я стал еще круче. Ну да, поздравьте меня, я стал еще круче. Круто. Тащит. Да, кстати, нам же нужно за 5 ходов всех убить. Чуть не забыл даже. Yeah.
Ну, я думаю, тут еще один ход максимум, два и все трупы уже. Хотя боссы могут побольше. Не, вряд ли. Там почти уже никто не остался. Лазерная пушка из головы. Красава. Так, у нас тут девочки разбираются тоже потихоньку. Такой атакой, блин, ванки. Как бы ванкил должен быть сразу. Ну ладно. Ямато в бой. Чихо, санский дан сотен. Чихо, 1-2. Мочи этого пингвина. Робот-пингвина. Да блин, 2К. Ты издеваешься? Эй, блин. Не достанем. А он достанет. О, хорошо. Эй, блин. Самой слабой атакой. Ну, если все пойдет по плану, то да, замучу. Ага, фиг тебе. Вот теперь она точно сдохнет с такой атакой. Ашио
Ну, как бы, да. Кира, красава. Аудри, мы отступаем. Я ни за что не собираюсь потерять Сноби после того, как наконец-то получила его. Да, но мы даже не знаем, где мы. Куда нам отступать-то? Будем беспокоиться об этом потом. А сейчас просто давай свалим отсюда. Эх ты. Когда ты перестанешь думать об этом? Нет. Когда ты остановишься немного, чтобы обдумать всю ситуацию, то их привели сюда против своей воли. Это даже не их измерение. Так что пусть уходят. Не имеет этого значения. Окей. Ой, да, зачем? Вперед. Ичи о сирарета дзитенде, кисама но маке да. Прям поедет. Так. И все. А, ну эти двое тут еще, эти девочки. Ну, короче, да, мы почти это сделаем. Слишком близко, типа. Так, Валера, иди на помощь. Да нет, куда? А, слишком близко. Хотел приклеить все вот так. Хорош. Почти готов. Так, Сало. Иди сюда. Хотя Сало я бы посмотрел. Ну вот. Гад. Не готов, не готов. Блин. Один сраный удар. Так. Ну все, остался один.
Я не могу поверить. Мой Старк 4126 проиграл. Нам нужно отступить, господин Вольфганг. Если наша машина будет уничтожена, мы не сможем сбежать. Нам нужно рассмотреть все возможности и убраться отсюда как можно подальше. Ну, вы это говорите, да, но куда вообще идти-то? Я обеспечу вам безопасность. Это еще кто? Но ты... Я все объясню, как только мы увидимся друг с другом. Мне есть просьба к вам, мастер Вольфганг. А, ну, ладно. Сперва-наперво. Но мы должны добраться до безопасного места, несмотря ни на что. Майти Гань и друзья. Я не знаю, имею ли я право такое говорить или нет, но... Спасите этот мир, Гань. Че, серьезно? Какая эгоистичная компашка, а? Это они напали вообще первыми. Я услышал тебя. Я думал, что великое зло, что скрывается в тени позади них, был Эмбрио. Однако сейчас я не совсем в этом уверен. Мистер Икс, он и является ключом ко всему. Так. Ну, до туда, да, никто не доберется. И его тоже не доберутся. Ну, ладно. Значит, контратак придется убить. Удачи, татарчик. Джоя, ты проиграл. Не могу выиграть даже с помощью Гурю. В нашей предыдущей битве... Я позволил твоим чувствам мстительности повлиять на меня. Тем самым... У меня появились сомнения. Именно поэтому я и проиграл. Однако сейчас все по-другому. Теперь я верю в себя, мои друзья и в справедливость. Поэтому я ни за что не проиграю тебе сейчас. Пока ты находишься... Нет. Пока ты... Не избавишься от твоих сомнений. Черт. Хорошая работа, Майто. Это все рук дело Great Mighty Game. Но почему Джоя колеблется? Это пришло мне в голову тогда, когда мы дрались. Когда мы сражались перед лицом разрушения мира. Джоэм был почему-то раздражен самим собой. Он вел себя и говорил, как злодей. Однако в реальности он просто... большой и
старый, мягкий. Короче, он та еще тряпка. Он совсем не изменился. Если ты драки хочешь, Джо, ты ее заполучишь. Но независимо от того, как, сколько раз ты будешь это делать, я никогда тебе не проиграю второй раз. Так, подтверждаю уничтожение сил Альянса DG. Капитан Кацураги. Ваш выход. Доложите статус. Нападения со стороны драконов и Грейт Мадзингера имели успех в замедлении прогресса Ангела. Однако... Из-за того, что мы были заняты перехватом врага, у нас время на исходе. Единственное, что сейчас нас может спасти, это чудо. Полагаю, что настало время, чтобы мы сделали свой шаг. Приготовьтесь выстрелить из волнового орудия. Да, сэр, приготовиться выстрелить из волнового орудия. Доклад от инженера Токугавы. Нарушители найдены в инженерном. Проинформируйте безопасность, охрану. Чё, прямо сейчас? О, это чё кто? Как и подозревалось. Волновой двигатель. Интересно. Значит, этот корабль как-то связан. Не двигаться. Ты полностью окружена. Сдавайся быстро. Поздно. Разрешение стрелять дозволено. Моя миссия уже выполнена. Это что еще такое? Она была андроидом? Какова ситуация? Прости, бать. Мы не можем увеличить мощность волнового двигателя. Этот андроид что-то сделал, что ли? Анализ невозможен. Мне нужно время, чтобы изучить причину. Черт возьми. Именно сейчас. Этот андроид мне не знаком. Он, скорее всего, оригинален из вселенной Super Robot Wars. Если вы не сможете увеличить выходную мощность, то мы не сможем использовать орудие, волновое орудие или шоковую пушку. Прошу прощения, капитан Кацураги. Боюсь, но боюсь, вам придется полагаться лишь на Ев. Понял, командир Окита. Всем Евам на позиции. Всем остальным следовать приказу. Тоже. Вероятность успеха лишь 0.001%, да? У нас выбора нет. Гейн. Сделаем это, Майта. Майта. Да вон с пути, блин. Есть некоторые вещи, которые даже герои не могут сделать. У Риботейк. Я почти это сделал. Еще минута. Что-то приближается. Это что еще такое? Новый член Brave Express Корба? Я оставлю зло трястись. Меня зовут... Или меня называют Майти... Гаунер. Наводчик.
тот, кто быстро приносит справедливость. Майти Ганнер присоединился к нам. А то. Я помогу любыми возможными способами Грейт Майти Гейну. Майто, ты чё надумал? Я собираюсь выстрелить в ангела с помощью Грейт Майти Гейна. Остальное зависит от вас. Так значит, вот зачем нужен Майти Гаунер. Да, но цель ангел. Никакое среднее оружие не сможет остановить его. Гейн, Майти Гаунер, мы сделаем это. Постой, Майто. Мы израсходовали больше энергии, чем думали. Гейн. Пришло время рискнуть своими жизнями. Ну ладно. Майто, ты чё делаешь? Он собирается переделать двигатель, чтобы компенсировать недостаток энергии. Не делай это. Ты ставишь свою жизнь в опасности. Если мы не будем осторожны, то ты можешь стать причиной большого взрыва. Майти Гейн. Грейт Майти Гейн. Но у нас выбора нет. Мы должны защитить этот мир. Даже если это означает умереть в процессе. Я тебе этого не позволю. Дже, этот ублюдок. Он все еще мешает Майто. Не, постой, смотри. Соединись с моей машиной. Возьми всю энергию, которую тебе нужно, от Гоурю. Дже, не пойми меня неправильно. Ты так легко от меня не уйдешь. Я буду тем, кто тебя одолеет. Ну что ж, этого я могу принять. Восьмой ангел достиг Токио 3. Я не могу поверить. Не может быть. Гейн, Майти Гаунер. Вот он. Майто. Сейчас. ガンナ、パーフェクトキャノンだ。了解。鉄拳、パーフェクトキャノン。グレートマイトガイ、パーフェクトモード。ターゲットスコープ、オープン。 パーフェクトキャノン、発射。 Его выстрел попал в ангела. Да, неплохо как бы. Скорость спуска ангела быстро уменьшилась. Наш шанс сейчас. Шинджи, Рей, Аска. Помните свое техническое дыхание и синхронизируйтесь. Поняла. Айнами, Аска, вот она. Да падение! Мочи! Шинджи, да, технику дыхания. Ладно, Майто, мы это сделали. Все благодаря тебе, Майто. Тупой, Шинджи.
строить из себя героя, это тебе не подходит. Вот здесь ты ошибаешься, Аска. Любой, кто встает и сражается, герой. Да я не говорю о тупой улыбке и этих фраз коронных. Ну же, тупой Шинджи. Оставайся здесь. Если останешься здесь, то тебя буду воспринимать как придурка. Что с тобой сейчас еще? Ты только что не назвала меня папинким сыночком. Расплата за то, что ты назвал меня по моему имени на поле боя. Это, знаешь, не совсем по-японски. Знаешь, называть его тупым тоже как-то не в тему. Заткнись, просто заткнись. Погнали, тупой Шинджи. Ладно, Аска. Увидимся позже, Майта. Ну чё, как бы, из папенького сыночка его повысили до тупого Шинджи, так что успех идет, как бы, все нормально. А эти двое довольно странная пара. Да нормально. Майто, с возвращением, Гейн. Сражаясь рядом с тобой, я снова почувствовал себя живым. Я тоже. Погнали. Бомбер и Дайвер, все ждут тебя. Понял. Джей ушел, не сказав ни слова. Нет никаких сомнений, что мы встретимся с ним снова на поле битвы. Наша битва становится все сложнее и сложнее, и наши враги сильнее. Но мы не должны проиграть. Мы должны объединить наши усилия с союзниками и защитить наши миры. Ну да. Че, все? Окей. Ну ладно. Хотя давайте сначала посмотрим ивент тут. Там засейвимся. Давно не виделись, Гей. Надеюсь, не заставят тебя беспокоиться, AI. Значит, это твое новое тело. Преодолевая поражение, мы оба стали намного сильнее. Кстати говоря, где Най? Похоже, она очень занята в последнее время. Черт. Я хочу встретиться с новым идолом Brave Express Corp. Не жалуйся, Mighty Gauner. Най на данный момент занимается расследованием касательно уменьшения выходной мощности Ямато. Но тем не менее, она передала нам сообщение, адресованное Гейну. И оно гласит: добро пожаловать обратно, Гей. Понятно. Не очень захватывающее прям сообщение. Я не согласен. Кроме того, скоро я смогу увидеть ее снова. Слышь, ребят, вы что-то офигели. Найн моя вообще-то. Ладно. Честно говоря, поскольку было бы очень трудно заменить ее, я буду поддерживать ее любыми возможными способами, что смогу. Ну окей. Я тоже. Или я согласен тупо. Я воспринимаю ее как нашу младшую сестру. Ну что ж. Почему бы нам не занять ее место на приемной завода, чтобы помочь ей. Я вернулся и продолжу снова сражаться, Най.
поэтому тебе не нужно беспокоиться. Да, нашла себе куча старших братиков, блин, тут. Ладно, это все.